Продолжаем. Ну что ж, завершает конкурс приветствия старая добрая сборная УГНТУ. Встречаем. Сегодня, друзья, очень важная игра. Наступила весна, и мы как мужская команда, ну никак не можем без девчонки. Поэтому встречайте нового участника нашей команды, Юляшка. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ермек, стоп. С девушками надо по-другому, понимаешь? Девушки любят загадочность. Смотри. Где? Что где? Грудь где? Ну это же КВН, здесь главное обозначить. А ты мне нравишься. Хорошо, теперь ты в нашей команде будешь готовить, гладить и стирать. Yes, ну наконец-то я свободен, а! Теперь ты каждый вечер будешь делать мне массаж. Yes! Каждые выходные ты будешь мою машину мыть в купальнике. Ура! И после каждой игры ты будешь ходить со мной в сауну. Yes. Старый добрый сборный УГНТУ. Вот как-то так, друзья. Весна настала. Yeah. На девушках одежды стало мало. У нас гормонов много заиграло. Yeah. Надеемся, и нам поможет то, что в армии всегда солдатам помогало. Бром-бром-бром. Погнали, друзья! Представьте, где-то в аграрном университете. Так я поступила или нет? Просто непонятно никак. Да поступила. Порой даже самые элементарные вопросы ставят взрослых в тупик. Папа, а откуда берется ветер? А, ну, сына, ветер берется, я не знаю. Папа, а откуда берется дождик? Дождик, я не знаю. Папа, а откуда берутся деньги в нашей семье, раз ты такой тупой? Компьютерные игры – неотъемлемая часть жизни молодежи. Представьте, обычная семья. О, внучок, что делаешь? Войнушку играю, дед. Call of Duty называется. Прикольно. Тут налево. Здесь на второй этаж поднимаешься, там флаг забирай. Видишь дом? Кидай гранату. Зачем? Там бабка твоя. Она меня не жалела, и я ее жалеть не буду. Кидай! Все профессии важны, все профессии нужны. Жена выгоняет стриптизера из дома. Так, пошел вон, и чтоб ноги твоей здесь больше не было, и вещи все свои забери. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Представьте, дома у Александра друзья. Ну и где он? Может, он под кроватью, а? Нет. Может, он в ванной? Может, он в шкафу, а? И сегодня против Александра друзья играли Олесь Мухин, Борис Бурда, Равшан Аскеров, Алексей Блинов и Андрей Козлов. Господин ведущий, что здесь происходит?
А это весенняя серия игрищ с вашей женой. Ждем вас осенью, когда вас снова не будет дома. Очередь в туалет в поезде очень похожа на сцену из одного известного фильма. Алёшка! 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 Говорили мы, не берите буреки на станции! Алёшка! В каждой семье наступает момент для серьезного разговора. Ну, настало время, когда отец с сыном должен поговорить о самой такой интимной теме, о сексе. Ну, батя, давай рассказывай мне про секс. А что там рассказывать? Ну, батя, ну что ты у меня такая скромная? Ну, представь, ты пригласил девушку в кино, и там, на последнем ряду, вы занимаетесь чем? Фильм смотрим. Все, хорошо, посмотрели фильм, поехали на хату, и там уже вы начинаете заниматься чем? С родителями знакомиться, хата же, правильно? Ну, так, да? Познакомились с родителями, все, родители вдруг уехали на дачу, вы остались дома одни и начинаете заниматься чем? Друзей звать, хата же, правильно? Ну, как... Так все, друзей нету, все уехали вы вдвоем с девушкой. Остаетесь одни и начинаете заниматься чем? Убираться, потому что всю хату вообще разбомбили. Все, никого нету, убрались, чистая квартира, вы вдвоем с девушкой на квартире. Начинаете заниматься чем? Не слышу. Сексом! Тридцать лет не курил. Эх, батя, если бы не ты, кто б мне еще про секс рассказал бы. Ночью и днем среди шума или в тишине остаемся на своей волне. Вот такая вот она, старая добрая сборная УГНТУ. Сегодня выступает команда «Кога Мо». Старая добрая сборная Котова, мы вас любим. Продолжаем, друзья, со своим музыкальным номером. Старая добрая сборная УГНТУ. Встречаем. Когда в жизни человека происходит что-то новое, он спешит поделиться этим в Инстаграм и тем самым говорит «прощай» чему-то старому. Именно этому посвящен наш музыкальный номер. Слышал, тебя собирают в армию. Посмотрим твой Инстаграм. Прощай, ближайший год, я не схожу на вечеринки, правда, бар. Прощай, 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 прощай. Прощай, моя прическа хипстера, мы расстаемся навсегда. Прощай, секс с тремя, Кирилл, не ври. Секс с двумя, Кирилл, не ври. Просто секс, Кирилл, не ври. У тебя все впереди. Хотя бы с одной, Кирюх, отвечаю. Кстати, я недавно в интернете прочитал, что скоро будут выпускать новый 6-й iPhone. Давайте посмотрим. Прощай, конец iPhone, любимый мой, ты стал мне будто бы чужой. Прощай, 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 прощай. Куплю, ребята, я iPhone 6, гулять пойду с такой трубой. С такой трубой самое то ездить на майские праздники и копать картошку. Да-да, слушай, Андрей, я слышал, ты машину себе купил. Давай посмотрим твой Инстаграм. Давай. Прощай, скажу прогулкам я пешком, тебе я заплыву жирком. Прощай, 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 прощай. Слушай, тебе так даже побольше идет.
полненьким лицом. Я согласен, Кирилл. Знаете, недавно моя знакомая добавилась в Инстаграм. И знаете, она такая типичная девочка. Ну, в общем, что я говорю, давайте посмотрим. Привет, 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 привет. Расслабься, воздуха, возьми глоток, и апогей здесь фото ног. Слушай, мне всегда казалось, когда я смотрел на эту фотографию, что это сосиски в пене. Слушайте, а давайте зайдем в Инстаграм всем известного человека. А давайте. Заходим в Инстаграм Лопаткина, саратовского мужика. Привет, 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 привет. В Москве Кирилл провел немало дней, она меняет всех парней. Прощай, прощай, саратовский мужик, который классно говорит. И главное, чтоб наш Кирилл вот так вот не заговорил. Сказать прощай или привет, решаем только я и ты, пусть очень много долгих лет. Сбываются у всех мечты. Совсем скоро начнется лето, и мы хотели бы прямо сейчас на этой сцене сказать некоторым вещам прощай. Кавказцы в зимнем, прощай! И здравствуйте, кавказцы в летнем! Прощай, солярий! И здравствуй, настоящий летний загар! Девушки, которые зимой сказали прощай фитнес-клубам, летом скажут здравствуй закрытым купальникам. Друзья, не бойтесь говорить прощай всему старому, потому что когда мы говорим прощай всему старому, мы говорим привет, привет всему новому. С любовью, старая добрая сборная Угенту.